Всем привет! Мы находимся на горячем источнике, который называется BMAS, Natural Hot Spring. И находится он на озере Батур. Ну, такой простенький вход, сада здесь нет внутри. Тикет для местных стоит 10 тысяч, а для иностранцев 80. Это абсолютно несправедливо, но с этим ничего нельзя поделать. Здесь есть две зоны. Вот нижняя, вот эта вот, вот как раз в ней обычно местные тусуются. По-моему, она и десятку и стоит. А вот эта верхняя часть, она типа более привилегированная, и она дороже. Здесь есть такое типа кафе, и, наверное, здесь можно заказать сок. Но сейчас тут никого нет абсолютно. А местные приходят все вечером. Когда уже жара спадает, уже такая, ну, приятная температура, погода, и приходит купаться. Здесь вода такая довольно-таки горячевастая, но как бы есть погорячее. То есть это не самая горячая ванна, но температура градусов, наверное, где-то около 40. Я думаю, 40 будет. Утром особенно хорошо купаться, потому что никого нет. И вода наиболее чистая, потому что эта вода, она проточная. Она не воняет железом, не воняет сероводородом. Как видите, она абсолютно прозрачная. И в этом огромный плюс горячих источников на Батуре. Потому что обычно, ну, 90% всех горячих источников, они имеют воду желтую, ну или какую-то коричневую, там, зеленую, не знаю. Из-за того, что большое количество металлов, растворенных в воде, и металлы, соответственно, железо, марганец, окисляются, и вода становится мутной. Вот. Здесь можно погреться, погреть спинку, позвоночник, погреть свой бренный. Под струйками горячей воды. Здесь в этой ванне вода горячее. Наверное, градусов, может быть, 41-42. Так, что у нас там за забором? За забором ничего интересного нет. Так, здесь такой типа как колумбарий, но это для вещей. Полочки для вещей. Раздевалочка. Здесь течет холодная водичка. А, нет, сорян, тоже горячая. Здесь тоже горячая вода течет. Такая же точно. И пойдем сейчас в верхнюю зону посмотрим. Вот эти цветы мне очень нравятся. Они имеют свойство быстро опадать и раскрываются новые. Во-первых, здесь никогда не бывает много людей. Во всяком случае, в будни и утром тут людей нет вообще практически. Вот сейчас мы здесь одни. Вообще. Вот я, Паша и Марс, все наше. Потом в этих самих ваннах очень чистая вода. Мне кажется, ее даже пить можно. Ну, ощущения такие. Вот, и здесь в целом, ну, хорошо. Тут еще есть нижняя ванна. Да, смотри, тебе принесли сок. Нам принесли welcome drink. Ананас. Здесь есть храмчик небольшой на территории. Ну, такой простенький, но все равно антураж создает. Там гора Абанг. Вот это Батур, гора, ну, вулкан. Вот здесь вот водичка чуть более мутная, потому что это холодный бассейн. То есть это не горячий источник, это не горячая вода, это просто чистый холодный бассейн. Здесь можно охлаждаться. То есть очень прикольно. Сначала вот здесь вот в горячей ванне намокаем, прямо через инфинити вот это вот перелив выпадаем, значит, в холодную воду. Сейчас, подожди, папу снимем.
Охлаждаемся, потом заползаем обратно. И так можно чилить за 80 тысяч хоть целый день. Вот это очень прикольно. Здесь супер вообще обстановка, отличная. Чисто. Всегда мало народу. Ухожено. Есть раздевалки с ящичками для хранения вещей. Мужские, женские. Отдельно. И, соответственно, душек, туалет, все как надо. Здесь же нам предложили массаж. Сначала нам предложили за 150. Я посмеялся и сказал, что мы в Убуде делаем за 70 вообще-то. Но тогда, в принципе, цену скинули до 80. Здесь есть массажистка, ее зовут Илю или Лю, как-то так. Она делает очень круто массаж. Мы взяли всего полчаса, но она сделала его на совесть. Я прям сейчас такая размазанная вообще. Я не знаю, как собраться теперь снова. Самое оно теперь посмотреть на Батур, почилить в басике. Глаза такие в кучу, да. Сейчас будем купаться. Приезжайте на эти горячие источники, они называются Бемас Hot Spring, находятся на Батуре, ссылку оставлю в описании. Всем пока!